И уже 4 мая в Украине начнется заочный суд над Виктором Януковичем по обвинению в госизмене. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, сославшись на генпрокурора Юрия Луценко. У следствия имеются неопровержимые доказательства вины Януковича, заверил глава государства. Напомню, бывший президент вместе с семьей и ближайшим окружением сбежал в Россию в конце февраля 2014 года. Но, несмотря на это, беглецу еще год начисляют пенсию в размере 15 тысяч гривен ежемесячно, сообщает агентство РБК «Украина». О чем свидетельствуют выписки по двум счетам Януковича в Ощадбанке. Согласно этим документам, последняя пенсионная выплата была 3 февраля 2015 года.